Да, адреналинчика нам хватает. Перед самыми морозами загорелся наш дом. Они сожгли родную хату. Третий подъезд. Не кошкин дом, а наш дом. Враги сожгли родную хату. Пожарные, надо сказать, приехали довольно быстро. Ну, лестница так и не понадобилась, он стоит, как неприкаянная. Хорошо, что не понадобилось. Его вытаскивали. Эвакуировали всех? Да. Там все позадохнулись. Полиция приехала? Полиции полно. Вода вроде еще не замерзла. Шланги полные. О, всех оцепляет. Энцвай, полисай. Полнолуние как раз. А, и полнолуние. О. Все поотключали. На чем жрать готовить? Электроплиты. Электроплиты, так хорошо, хоть люди не пострадали. Так ты вот скажи, щитовая загорелась. Щитовая загорелась. Адреналинчика, она увеличена. Адреналинчика всем хватает и будет хватать теперь. Не нужно ходить к качкам. Все выгорело. Все телефоны, кабеля, лифты. Все же выгорело, все же наше это не посильным трудом. И на зиму сейчас 25 градусов мороза будет. И остаться без света, без тепла. Нет, тепло еще будет, но. Если будет. Двоечку включить уже не получится. Это пока отремонтируется. Самый мороз. Свороги сожгли родную хату. Угу. Пришел, а тут дым. Мерзнет волчий хвост. Да.